Right now, Venya is trying the simulator. What the hell? What's up? Oh shit. There's like dancers. You are so annoying. This is what's in my head. That's so fucking cool. Shit. Доброе утро, семья. Приехали в тренажерный зал снова. Сейчас покажу. Вот мы припарковались. Я пикап-грузовик припарковал задом. Все офигели. Ну вот, неважно. Сейчас пока еще сижу, жду, пока у меня телефон хоть чуть-чуть зарядится. На режим полета я его поставил. И сегодня вечером церемония Грэмми. Мы будем смотреть с попкорном и кока-колой. Ну, может, не с попкорном, а кока-колой, может, с овощами и водой. Потому что ЗОЖ. В принципе, так все есть. Вот кто еще, как не русский, припаркует задом пикап-грузовик? Улице тепло, хорошо, ветер дует прямо в микрофон, я прямо это чувствую. Но мы сейчас навещаем нашу подругу Алисию и идем кушать замороженный йогурт. Просто потому, что мы можем. Тренировка сегодня была хорошая. Замороженный йогурт, углеводная загрузка. Все, все по правилам. Hey. Честно, понять не имею, сколько калорий, но мне все равно. Нам сейчас абсолютно нечего делать. Грэмми начнется только через час. Поэтому мы пришли в торговый центр. Просто походи, посмотреть, покупать. Ну, по крайней мере, я ничего не собираюсь. Перед тем, как поеду домой, надо, наверное, брату зацепить. Вообще классно. Ну, с этими просто не походишь так. Я только что подумал, кто знает, когда выходит UFC 2 на PlayStation 4? Напишите в комментариях, кто знает. Потому что я очень жду эту игру. Скажите мне. Я хочу знать. Я ее жду очень. Она сказали, ну, когда я смотрел, говорили, что она выходит весной. Но точной даты и месяца еще не было. Если появилась, дайте мне знать. Если она правда выходит весной, считайте, она уже моя. Вот эти мне очень нравятся прям. Цвет, конечно, так себе. Но эти неплохие тоже. Синие классные, да? Вот эти мне прям сильно нравятся. Я же говорил, что Adidas сделает прорыв. Блин, они очень классные. Прям вообще, ах. Ну, блин, давно я эти Air Max не видел. Вот эти прикольные мне нравятся прям. Я бы прям такие взял красные. В камере они чуть немножко оранжевые, но не красные. Прям ярко-красные, я вам серьезно говорю. Имитация это зависит, да. Да-да-да. Помните те космические, о которых я говорил в влоге с Данилой Петровичем? Вот они. Они есть и в других цветах тоже. Вот тут, блин, черную обувь я не люблю, но вот мне вот это нравится. Вообще прям сильно. Блин. Ну просто мне кажется, они что-то не очень выглядят в других цветах. Красный, ну фиг знает. Ну вот эти вот прям мне нравятся. Прям не знаю почему. Эти, ну они даже в Лос-Анджелесе запачкаются. Они прям чересчур белые. Блин, вот эти тоже прикольные вообще. Не знаю, мне нравятся всякие странные кроссовки. Я, конечно, в моде ничего не понимаю, но мне кто-то сказал, что это было модно. Не знаю. Действительно? Ну, мне в Лос-Анджелесе в этом жарко будет, к сожалению. Ну, вот такой вырез мне сказали модно. Сейчас мы едем в магазин за чипсиками. Долгая история, я вам расскажу, почему за чипсиками.
И потом едем домой смотреть церемонию Грэмми. И потом ужин, наверное. А потом, не знаю, потом что-нибудь поделаем. В общем, вот чипсики. Называются Pop Chips. И они, на самом деле, очень хорошие. 120 калорий на одну порцию. И порции в пакетике. Ну, одна порция — это 20 чипсов, порция в пакетике — это 3,5. То есть, делаем математику. 420 калорий на всю пачку. Представьте. Очень круто. И одной порции 4 грамм жира всего лишь. 18 грамм углеводов и 2 грамма белка, что, в принципе, нормально. Вот. Крайне рекомендую, если они есть в России. Если нет, мне очень жаль. Готовимся смотреть. Чипсики. Камбуча. Очень хорошо, особенно для высокоуглеводных дней. Там все пробиотики и прочие вещи для хорошего для пищеварения. И кокосовая вода. Тоже очень круто. О боже, обожаю ее, обожаю ее. О. Yes. This time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces. Небольшой такой предтренировочный прием пищи, так скажем. Так, атмосферно, круто, мне нравится. Время 10 вечера, мы приехали в Сан-Франциско. Почему? Мы решили взять мороженое. Вы сейчас, наверное, спрашиваете: Веня, какое мороженое, ты же на диете. В общем, калории у меня остались, сегодня был бешеный день, я нифига не поел. Поэтому у меня почти там чуть больше 1000 калорий осталось на сегодняшний день. Но я съем мороженое, успокоюсь на этом. Но да, такое бывает, и когда же, если не сегодня, правильно? Правильно. Ну, мы сегодня в Сан-Франциско, 10 часов вечера. Идем в самое крутое место для мороженого, как мне сказали здесь. Очередь там огромная, мы только что им проехали, сейчас покажу. И телепортируемся сюда через 1, 2, 3. Новую кучу покажу. Кушай. Молодец. Угадайте, кто только что набрал 600 калорий мороженого. Это я. Да, у меня мороженое меряется не в шариках, не в граммах, а в калориях. 600 калорий мороженого я набрал. И после этого вы мне хотите сказать, что периодическое голодание — это плохо? После вот я съем вот это мороженое, я все равно останусь еще даже в большем дефиците, чем мне надо. И вот мы сейчас сидим, монтируем видео. Два недоютубера. Я смонтирую свой влог, который вы сейчас, кстати, смотрите. Я монтирую по частям. Сначала начинаю, потом делаю в конце. И не кое-что там монтирую тоже. День неплохой был. Завтра, однако, у нас серьезный план. Я не знаю, смогу я завтра пойти в качалку или нет. Посмотрим. Хотелось бы, конечно. Опять пьем эту фигню. Камбуча. Для здорового пищеварения. Вот это, наверное, было нездорово. Грязный банк целая губами. Иногда вещи, которые делаю, не имеют смысла. И это нормально. И это нормально. Кстати, у меня модный вырез, видели, да? Короче, все. Все, я устал. Yeah.